Рух Таанит, Бехорот, Эрев Песах. Это первенцы, которые постятся на Эрев Песах, должны поститься, но это, как я сказал уже, Минхаг Бе Альма. И если выносится, сделается Сиюм Масехет, тем более в этой синагоге, Сиюм Масехет, когда закончили Гемара, нужно праздновать и радоваться. Написано, Бехорот тоже могут, то есть должны позайти в этот Сиюм Масехет, и уже после этого могут уже кушать весь день, и не нужно целый день поститься для Бехорот. И написано, очень интересно, «Мише шолеах шалиях, кеде лавило угод». Если человек отправил другого человека, сказал, иди в том колесо, у них есть сиюм масехет, и принеси оттуда немножечко там печенья и так далее, для того, чтобы сиюм масехет, чтобы я тоже покушал. Написано, он как будто не сделал ничего. Потому что идея там не кушать из этого. Идея, чтобы сделать сиюм масехет, чтобы услышать, как заканчивают трактат Гемара или трактат Мишнайот, для того, чтобы из-за этого радоваться. Просто взять, чтобы покушать, человек не сделал ничего. Барух Адонай Леолам. Амен.